Замечательно, что технологии набирают обороты, но сколько времени и моментов съедает мировая паутина? С легким доступом фильмов реже посещаем кинотеатры, вместо этого смотрим великое искусство с ноутбуком на пузе. А как раньше под окнами выкрикивали: «Катя, выходи!» И если реакции не было, тарабанили в двери, пока Катин папа грозно не скажет, что она наказана. А сейчас можем и не знать улицу, на которой живет друг. Общаясь вслепую, не видим эмоции друг друга. Никакие смайлы не заменят улыбающихся глаз собеседника. Можем часами переписываться в чатах, а встречаясь на улице, стесняемся поздороваться. Незнакомые люди становятся нашими друзьями. Интернет облегчает жизнь, но он упрощает и нас. После выматывающего дня завалился на диван, включил забавный сериал онлайн, засунул бутерброд в микроволновку, или созвонился с другом в скайпе. И, в принципе, что еще нужно? Безусловно, дело каждого, какой образ жизни вести, и, возможно, дикая популярность виртуального мира скоро уменьшится. Но сейчас странно видеть, как в заведениях вместо общения люди пялятся в свои девайсы. Хочется слышать не звук кнопок, а громкий смех или нежный шепот. Конечно, быть стало удобнее, но важно не вязнуть в этом болоте. Сходите в гости к другу, не списываясь перед этим в Фейсбуке, не созванивайтесь, просто нажмите дверной звонок.